С вами retail.ru, мы продолжаем общаться с нашими гостями. Павел, расскажите, что вас привело на сегодняшнюю выставку и пару слов о роде вашей деятельности. В первую очередь на выставку меня привело живое общение. Это поиск новых арендаторов для моего торгового центра. Я являюсь коммерческим директором торгового центра «Зеленый» в городе Красноярск. Конечно, живое общение всегда лучше, всегда легче договориться, сдать свободные площади, которых у нас, конечно, не так много. Мы в период пандемии, в принципе, хорошо отработали, выстояли, ввиду того, что мы находимся в плотном жилом районе. Хотя другие торговые центры Красноярска, конечно же, которые отдалены от плотного жилого района, конечно же, сильно освободились у них вакантные площади. Спасибо за ваш ответ. С вами retail.ru. Не переключайтесь, совсем скоро подключение с новыми гостями.